Друзья, всем доброе утро. У нас Полиночка захотела что-то сделать блинчики нам и вылила все молоко в этот тазик, а я Настеньке сделал кофе, и мы забыли про молоко. Вот теперь Настеньке есть кофе с молоком. Мама, теперь он будет чахловый. Или куча будет. Ну давай, начинай. Что там нужно делать? Спроси у мамы. Вот так. Окей, да. Все, доченька, муку. Только не всю, ладно? Страшно. Ой. Стоп, мы яйца забыли. Держи. И вот сейчас быстренько берем и жарим эти кучки. Вот уже у нас уже чуть-чуть есть кучков. Я не буду, потому что не мы уже здесь снимаем. Все. Звони маме, подожди. Да, звони маме. Короче, друзья, нас позвали. Мама, а что купить? Да ничего, вы там про себя посмотрите, чтобы дети не были. Ну, я взяла там еду. Хорошо. Попить там возьмите своим, потому что я не знаю. Да, да. Короче, нас позвали сегодня на дачу, на дачу. Тесть мне сегодня позвонил, пригласил на дачку на баньку. Так что мы сейчас все собрались и... И по пути мы еще заедем к нам на дачку, посмотрим, как обстоят там дела. Сейчас мы приехали в магазин, чтобы что-нибудь купить, перекусить на дачке, а то девочки мои голодные будут. Максимка у нас сейчас засыпает на руках. Надеемся, что он поспит в дороге, да? Вот этот персингер. Ну что, берем это, потом берем и по пицце взяли. Что? Ну давай, берем это, давай, давай. Ну и тогда все, да? Все, не кричи. Полька взяла себе пиццу, и там уже ее уже превратила в фарш. Да? Сейчас будет кушать фарш. Бежим, бежим в машину и едем на дачку. Так, сейчас мы приехали к себе на дачку. Мне нужно взять полотенце для баньки и поедем дальше к теще. Короче, вот такая у нас дачка. Вот, как и обещаем, мы рум-тур сделаем весной или летом. Короче, мы приехали, и вот нас встречали вот такие две собачки милые. Они, мне кажется, здесь местные, живут где-то у кого-то. И вот, тесть приехал тоже к себе, мы гости приехали. Вот такая вот банька. Те, кто новенькие, у нас люди, которые нас смотрят, смотрите. Вот. Здесь вот на вечерах такая вот банька и дачка у тещи с тестем. Дети лепят снеговика. Так, Милька, ты давай понаделай вот такие дорожки зеленые везде, да? Не надо на коленках, пожалуйста, будешь мокрая. Уже делаем костерчик. Зачем его несешь? Да, давай, посмотри. Это голова. Это голова? Что вы делаете? Снеговик. Сейчас самый классный снег для снеговиков, потому что он очень-очень мокрый. Просто нереально мокрый. А еще грязный такой снеговик. А почему он такой не круглый? А? Какой есть? Почему он снеговик? Квадратный? 21 век. Слушай, ну она же течет вся, перчатка. Не надо. А другие у нас есть в кармане. Ну и что? Ну у нас же их не 25 штук с собой. Дочь, ты замерзнешь. Ну, Полина. О, мы сегодня будем греться здесь. Папа, я бы там молодец. Блин, получите. Мама. Макс с дедом. Мама, скажи, у нас один, ну, один пацан. Остановись. Что ты его расстроил? Ты видел, вот я потом подожди, какое у него лицо было.
Ева! Не видно. Ева в доме сидит. Вот что видите. Но тут очень мокрая игра. Только наша сумасшедшая семья могла в такую погоду приехать на дачу. Бабка сказала, мы приехали еще не к себе, приехали к родителям. Вообще, когда была офигенная зима, и хрустящий снежок, и легкий мороз, то мы сидели все дома. А когда тут такая Венеция... Тяжелый, больно. Когда тут такая Венеция, очень мокро, по колено просто. Мы приехали в баню. Слушай, выключи камеру. Ну, что там делаешь, готов? Нет. А что ты делаешь? А, нос ему она делает, глаза. Сделай маленький шарик. Но она уже делает. И ротик. Супер, молодец. О, кто тут у нас? Дети парятся. Поле только что по снегу бегало. Вау, какой пар у вас. Да. Снеговика делаете. Ангелочка. А теперь на живот ложитесь. На живот ложитесь. Классно у тебя тут. Давай тоже ко мне иди. Сейчас прям. Все, давайте едем. Поздно, нам еще к бабушке Вере ехать в гости. Алло. Что? Поехали. Лен, ну бери, бери к себе в квартиру, в комнату, и будешь вместе с ней жить. Ну что, мы приехали сейчас к бабушке Вере, у нас в машине сонное царство. Максимка спит, Полька спит, сейчас будем будить. Мы берем с собой Еву, а и отдаем Еву к бабушке, да? Нет. Да. Это никак проснуться не может. Пошли, пошли. Ну, Настюшка, как ты? Все в порядке? Стасенька спит тоже, машину укачала. Да, бабушка Моня. Бабушка уже, у Моника уже бабушки попросила чаек. У нас в эту ночь Максимка очень плохо спал. Прямо очень, просто невозможно. Мы его качали через каждых полчаса. Мне кажется, что у него зубы лезут, правильно? Мне кажется, зубы, так что... Можно, пожалуйста? Здесь у бабушки получается квартира в Закрасте. У нее, она, получается, две комнаты здесь. Мы сейчас находимся в самой большой комнате. Вот. Я так, быстренький румтурщик, быстренький. Вот сюда мы приходим, это получается коридорчик, здесь входная дверь, вот здесь вот кухня у бабушки. Монечка здесь наливает уже чаек, здесь такая столешница, телевизор, все, газовая плита, кухонная, все это. Что тебе нравится? О, ну, ну молодец, у бабушки такой крутой здесь свет, да. Так, и вот проходим дальше. Здесь получается ванная комната у бабушки. Вот она тоже совмещена вместе с туалетом. Так что вот. И проходим, и здесь получается спальня. Тихо. А здесь спит Полинка. Так что, ладненько. Вот здесь такая у бабушки спальня. Это я вам показал быстрый рум-турчик по квартирке. Здесь такой у бабушки встроенный шкаф, зеркало в потолок. Здесь такой мы сделали маленький бардак, потому что народу много, все накидали, все. Вот, как-то так. Нет. Бабушка, мы к тебе Еву привезли. Нет. Что нет? Нет, 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 нет. Или она остается у тебя, или ты ее за дверь. Все, ты меня слышишь? Нет. Да. Пожалуйста, вот, она у тебя уже обосновалась. Сынулька, кто-то улыбается. Сынуль, молодец. У-у-у, ты на слонике, да? Дети, поднимите руки, кто будет кушать у бабушки? Я. На что? Короче, всем приятного аппетита, кто сейчас будет кушать, а мы с Максимкой ждем. Ждем, когда нам сделают покушать. А, реально. А что это такое, Милен? А у бабушки сегодня фрикадельковый суп и два бутербродика она мне сделала с краковской колбаской. Так что всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Говорю же, Моника, одевай у бабушки шубу эту, бери и носи ее. Ты будешь самая крутая красотулька. О, ну что, прикольно, посмотри, Настюш. Настюш, посмотри на нашу дочь. Ой, покажись. Ну супер. А в бетловке с джинсами вообще круто.
друзья, всем привет! У нас уже вечерок, и вы посмотрели, как мы сегодня провели наш день. Мы были в бане, мы отпарились, очень хорошо расслабились, потом съездили к бабушке Вере в гости. Там тоже я очень вкусно покушал, мои девочки не захотели там кушать. Вот, потом у нас было еще там много-много-много чего, но мы это вам не показали. Мы вчера проводили прямой эфир в Инстаграме, и нам, ну, нам очень это понравилось, и вам тоже очень понравилось. Мы не первый раз его там проводили, просто очень давно не проводили, но мы в этот раз сделали тематический прямой эфир. То есть я заранее написала пост и спросила, чтобы мне покидали темы. Было 9 тем самых популярных, и мы их все за полтора часа обсудили. Было очень смешно, весело, и мы за чашкой чая, мы еще ужин готовили. Как-то так душевненько посидели, поболтали. И мы планируем такой же прямой эфир провести на Ютубе у нас на канале. Если вам это будет интересно, то пишите нам комментарии, что да, вы за этот прямой эфир заинтересованы. И если заинтересованы, напишите какие-то темы, которые мы с вами обсудим. Вот. И если не подписаны вдруг на Инстаграм на наш, то смело можете подписываться, потому что... А, в описании есть, да? Есть же в описании? Потому что там мы часто делаем эфиры, сторис записываем, а сторис, это, знаете, моментально. Это вот сейчас... Да, это много чего, что мы не добавляем к нам на YouTube-канал, мы добавляем сюда. Да, потому что Инстаграм более мобильная сеть такая, знаете, да, более. Да, да. Ну, что ты хотел? Вот, и мы хотим просто ответить на парочку вопросиков, да, которые нам тоже писали и в личку, и писали в этот самый, на YouTube-канал, в комментарии. Ну, это первый, да. Опять... Сейчас, да. Не смотрим. Да. А опять же задавали много вопросов насчет того, что насчет моей работы. Почему я там работаю, это потому что я хороший человек, или потому что мне это нравится, или потому что это призвание. Вот, просто у нас много новых людей, которые нас смотрят, и все знают, что мы отвечаем все истинно, не лукавим, не обманываем. Многие даже не знали, где ты работаешь, да. Спрашивают. Короче, отвечаем на вопросик. Почему я там работаю? Где там люди? В полиции самоуправления. Это Алеппо, я спросил, спрашиваю из полиции. Первое. Нравится моим девкам, что я там работаю, правильно? Да. Правильно. Второе. У нас в Лепае, в городе найти хорошую работу, это очень сложно. И даже чтобы она была оплачиваемая, это такую работу тоже найти очень сложно. Хорошо оплачиваемая, а не оплачиваемая. Да, хорошо оплачиваемая. Честно, не скрою, что мне моя работа не нравится, и с удовольствием я бы пошел работать на другую работу. Но еще раз я повторюсь, что у нас работа в городе очень плохо, с хорошей. И честно скажу, что мне эта работа радость не доставляет, но приходится там работать. Еще нам многие задавали такой вопросик, что остается ли у нас романтика с ней, время на романтику. Ну, друзья, у нас четверо детей, ну вы что, не видите, что остается, конечно, на романтику время. Да, дочка. Да, когда у нас с Максимки маленького не было, мы могли с Настей пойти вдвоем, посидеть в кофеюшке, куда-то поехать, правильно? Почти ходили на дискотеку, там, звучит, ну, это дискотека. На дискотеку, ну да, мы в клуб дискотека. Ходили, да, вот, но, честно говоря, когда мы вдвоем куда-то идем или едем, блин, нам как-то скучно, я говорю, Настя, так тихо что-то, да, что-то не хватает. Ну, какой-то час, да. И все, и не то чтобы нам нечем заняться и не о чем поговорить, нет, нам скучно без девчонок, как-то. Короче, романтика присутствует, еще как, и все в порядке, правильно? Ну что, на этой прекрасной романтичной ноте мы говорим всем пока-пока. Спасибо, что вы с нами. Кто не подписался, тот подписывается на наш канал. Ставим пальчики вверх, пишем нам комментарии, чтобы у нас было темы с вами пообщаться. И на сегодня всем та-та.